Сотрудниками полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Сиреневая в селе Ромашково задержан 30-летний мужчина, приезжий из дальнего зарубежья. В ходе личного досмотра в кармане его куртки обнаружен сверток с таблетками. По результатам химического исследования установлено, что содержимое является психотропным веществом экстази общей массой более 100 граммов. Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело.